непривычно, с боковым пробором. Мы за Ринкой решили перекусить. Заказала салат греческий и спагетти с курицей. И если честно, ребят, когда готовишь сам, в ресторанах уже не можешь кушать, потому что думаешь, лучше бы сама приготовила. Интересно, я одна такая или у всех, кто любит готовить, есть такое, да? Уже не можешь есть еду в кафе и вообще нигде. Кажется, так. Кстати, у меня сегодня запись трека, ребят, наконец-то. Той самой песни, которую я написала сама. И сейчас мы с Ариной поедем на студию. Блин. Я очень рада. Во дворе или день, если б я могла рассказать, как есть, все, что происходит тут со мной одной. Каждый день стараюсь улыбаться вновь, каждый из нас снова входит в свою рою. Страдаю от одиночества, а может... Очень поздно на часах, то я приступаю к готовке. Смазали противень. Сегодня у меня ленивая чма из круглого лаваша. И я решила не макать листы, ребята, это очень долгая история. Просто их буду смазывать. Сейчас, секундочку. Так, берем порции. Это у нас сметана плюс яйца. Угу. Смазываем. Начинку вы можете выбрать любую. У меня тут ассорти разные сыры, три вида. Слабо соленый, только более соленый. Можно еще добавить, я не знаю, зелень, помидоров. Мне сегодня захотелось добавить еще немножечко бекон. Вот так вот мы его нарезали и выкладываем. Выложили начинку, пошел еще один слой лаваша. Выкладываем и смазываем. И так проделываете, ну, сколько слоев у вас есть. 2, 3, 4, 5, 6. Ну, чем больше, тем красивее. Второй слой уже так красиво. Продолжаем. Складываем лавашик. Угу. Смазываем. И дальше пойдут опять ингредиенты. Макивала, ребята, просто поливала. Вот такая красотка, многослойная, отправляется в духовку. Какая же она красивая получилась, ребят. И сочная. Честно, уже стыдно это делать, но это очень вкусно, очень.